Привет-привет, меня зовут Ирина, если кто со мной не знаком. И сегодня традиционная рубрика – это обзор моих покупок, заказов по текущему 15-му каталогу. «Сияй ярче тысячи звезд» – так называется каталог. И мы с вами посмотрим, полистаем, это будет новиночки текущего каталога, которые я уже протестировала, мне пришли как официальному обозревателю, а также самые яркие выгодные предложения, буквально там вот самые-самые яркие. Постараюсь, чтобы этот обзор был как можно короче. Ты входишь в комнату, и все преображается. Ты излучаешь ауру роскоши и гламура. Твой аромат с изысканным аккордом сияния звезд и технологии Long Silage, вдохновленный платьями от кутюр, это подобно шикарному изысканному платью. Он восхищает изысканным шлейфом, который может тянуться до 5 метров. Да-да, именно вот этот аромат придумала компания Reflame. И мы видим очень красивый стильный флакон, который напоминает форму женского тела, шикарного, роскошного платья от кутюр. Также обрамление идет кристаллами Сваровски. Это фруктово-шипровый аромат с высокой концентрацией верхней ноты. Аромат открывается блистательными нотами сицилийских мандаринов, бергамота и чувственной земляники. Нота сердца – это эксклюзивный тот самый аккорд сияния звезд, в котором пышная нота пиона соединяется с пряной роскошью жасмина. А базовые ноты – это теплая древесина, нота пачули в базе аромата дарит тот самый стойкий шлейф и статусное звучание. Этот аромат не для каждой женщины. И также не на каждый день. Этот аромат, который дополнит ваш образ изысканности и гламура только в тех случаях, когда вы действительно должны сиять. Сиять как звезда, быть стильной, элегантной женщиной или роскошной женщиной. Он дополнит ваш образ. Я рекомендую протестировать этот аромат. И уникальность этого аромата, что он создает шлейф. И он стойкий аромат. И вот эта вот нотка интересная. Мы сейчас разберем состав. И мне нравится описание, что 5 метров гламур витает в воздухе. 4 метра, где ты прекрасная незнакомка? 3 метра сближение, 2 метра изысканная дива и 1 метр центр внимания. А помимо этого у вас будет еще бонус. При покупке аромата вы получаете крем для тела. К сожалению, у меня нет крема для тела, только есть один аромат, который мне прислала для обзора компании. И я честно скажу, что пользовалась им не несколько раз. И вот действительно, когда вот мне нужны яркости, куда-то я выхожу, такой вот образ, тогда я им пользовалась. Вот он дополняет образ не на каждый день, поэтому посмотрите, потестируйте. И еще очень важно, сегодня после душа я выходила и наносила крем для тела. У меня Giordani Gold Essence, и у меня до сих пор, мне кажется, тело, оно очень приятно, оно очень вкусно пахнет, и я такая, жалко, что у меня нету крема для тела, вот мне кажется, будет гармонично дополняться, потому что вообще крем, он удерживает аромат, и если у вас, например, сухая кожа, вообще у женщин сухая кожа, то аромат, он больше, более выветривается. Если вы наносите парфюм на тело, она предварительно, даже вот если вы зоны пульса, вот то, что вы хотите, намажьте крем, если у вас есть крем на шее, да, и вы также наносите, то, соответственно, этот аромат, он будет намного дольше держаться, да, это, ну, это правило масел такое идет. Собери свой набор дивы. Глаза и губы 499 рублей, все включено, 3 продукта 699 рублей. Например, для губ это матовая помада, либо с эффектом сияния. Я не знаю, в какой косметичке она у меня лежит, потому что она крутая. Для глаз это, конечно же, наша легендарная тушь 5 в 1. А вот для лица это, конечно же, обязательно новый консилер. Два оттенка, фарфоровый и естественный беж. Если немножко расправить пальчиком, эффект через минуту и протушевав пальцы. А так они выглядят буквально через 3 минуты. То есть оба консилера абсолютно подстроились под тон кожи. А также можно выбрать любую тональную основу. Или это пудра и румяна. Ну а на мне помада сейчас пыльный лиловый. Вот такой вот оттенок из
очень бюджетной коллекции. Она сейчас, помада, это 99 рублей. И если взять все помады, которые со скидкой, обязательно в каждом заказе я рекомендую заказать 99 рублей на 80. И розовый нюд – это самый-самый топчик. Тоже сбила со счета, сколько у меня было помад. Поэтому, если помад выбирать по акциям, я выбрала 100% от них. Следующий блок – это ароматы. И всегда повторяю, что у меня есть ароматы, которыми я играюсь, это мой самый любимый аромат, это мой фаворит уже на протяжении нескольких лет. Это вот действительно мой. Это глубокий, томный аромат с ярко выраженной нотой красной лилии, пряными цитрусами, амброй. Вот все это такое вот теплое, это насыщенное звучание и потрясающий шлейф это вот обеспечен. Мне этот очень нравится аромат, но это действительно тоже для и только для ярких женщин. Только для ярких женщин. Не всем он подходит. Сейчас начинается пора, когда мы готовим любимым подарки. И я вам рекомендую один из таких вариантов, не бюджетный, но он действительно для тех, которых, людей, которых очень-очень сильно любите. Например, вот такой наборчик. В прошлом году я дарила такой набор своему братишке, мужу покупала, и сейчас вот у меня новенький еще наборчик. Продолжайте им уход за лицом, если вам немножко за 30. Есть надежда выйти замуж за принца. Если вы еще не знакомы с ретинолом, не ввели его в систему ухода, то я обязательно рекомендую вам это сделать. Я получила настолько восторг, он столько проблем решил с моей кожей, что это, наверное, открытие было года. У меня есть отдельное видео, где подробно рассказано о том, как внедрять ретинол, какой эффект за 3 недели я получила. Это моя любимка, это топчик, который вот сейчас у меня в системе ухода. И здесь самая высокая концентрация ретинола, которую можно продавать в розницу, 1,1%. Если больше концентрация, то это могут его применять в клиниках с людьми с специальным медицинским и косметическим образованием. Очень крутой продукт, очень крутой результат. Доказано научно, что это самый эффективный актив в мире, считается, против морщинок. Но изначально он был придуман для лечения акне. Вот, поэтому, если у вас прыщики идеально, если у вас где-то пигментация идеально, если у вас морщинки идеально, у меня разгладились морщинки на шее, я безумно люблю этот продукт. Кислотный пилинг – это тренд во всем мире, считается, и с любого возраста вы можете использовать. Потрясающий пилинг, он делает невероятную вашу кожу, опять же таки меньше, вот у меня была проблема с высыпанием, меньше сыпет, лучше выглядит, она сияет, она, я не знаю, ну в общем эти два продукта – это мои must-have, всем рекомендую, тем более сейчас на них классная акция, и если вы пробовали эти продукты, обязательно пишите в комментариях. Ну а если вам немножко за 40, тогда вам линейка Ultimate Lift, которая справляется с потерей упругости, когда у вас оплывает лицо, когда овал уже как бы теряет свою форму. Это вот эта серия, мне она очень-очень нравится, и я в цикле использую все линейки Novage, об этом я уже вам рассказывала. Вот продукция Wellness, и, конечно же, однозначно 100% рекомендую свои коктейльчики. Мне они нравятся. Больше всего нравятся шоколадные. У него вкус такого какао или вкус такого шоколадного мороженого. Не знаю, мне очень-очень нравится. Рекомендую. И наблюдайте за сторис. Я периодически рассказываю вам не только о том, как регулирую свой вес с этими коктейлями, также и результаты моей команды. Супер продукты. Пишите в комментариях, если вы их уже попробовали. А также обратите внимание на акцию на пребиотика сейчас идет и астаксантин. Хотела бы я вам его достать, но он у меня, все запасы его исчерпаны. Я заметила, когда я вела пребиотик, то
кожа у меня стала другая. Именно этого компонента не хватало, потому что я знала, что что-то у меня ЖКТ, что-то не то, и до этого у меня и что только я не делала, какую я косметику только не использовала, что. Вот мне помог ретинол и пребиотик. Пребиотик, и кожа стала вообще по-другому, и пролонгированного действия что-то повлияло на мой организм. А у меня пришел заказ, и, во-первых, один из подарков – это соковыжималка для цитрусовых. Подарки доходят постепенно, еще у меня доски будут, и еще что-то будет в резерве стоит. А также еще коробочка. На данный момент у меня немного, небольшой заказик, потому что там очень дорогостоящие продукты. Ручка открывается. Вот он. Окна в успех. Еще одни весы у меня есть. Это вторые весы, которые, я думаю, кому-то, я уже знаю, это мамочке подарю. Диван. Ароматы новые. Наборчик. У меня еще стоит. Я думаю, практически все сейчас затариваются таким наборчиком. Вообще минимально стоит и классный как вариант подарка. Наконец-таки wellness pack. Астаксантин. Сейчас покажу. Норхен. Темный оттенок. Светлый темный оттенок. Видите, как они выглядят. Новиночка. Тушь. И Норхен. Смотрите. Классно. А еще в следующем каталоге у нас будет два парных аромата. Мне кажется, вот такой вот маленький презентик. Вы также можете заказать в этом каталоге два пробника и слепое тестирование. Наверное, сначала будет мужской аромат. Как он будет? Ой, какой вкусный! Да, он что-то напоминает. А это в моем направлении точно аромат. Такой бы я, наверное, заказала своему. Наверное, я так и сделаю. Очень понравился. На себе не буду наносить. А второй? Ой, какие интересные нотки. Ой, какие интересные нотки. Мне нравится. Мне очень понравился. Честно. И если сравнивать два аромата Джордани и вот этот, мне нравится вот этот больше. Это такой, знаете, домашний. Домашний, теплый, уютный. Если сравнивать два аромата, вот этот более уютный, домашний, такой приятный, повседневный. Открывается искрящимся розовым грейпфруктом, цитрус, обожаю, рвением и шипучим розовым перцем, которая переходит в сердце, где распускается букет туберозы. Вот почему мне понравился этот аромат, потому что мне безумно нравится аромат туберозы. Фрези, лаванды и фиалкового корня. Его оттеняют теплые сливочные ноты, бобовтонка, сандалового дерева и амбры. Здесь вот все то, что я люблю. Боже мой, я рада. И это мое направление аромата. Каталога и новогодний каталог, чтобы мы одновременно могли собирать заказы по двум каталогам. Вообще, это очень здорово. Ой, как вкусненько. И смотрите, какая красота я переодела. Уже в сторис сняла в Инстаграм. Потрясающее ожерелье. Мне так нравится. Это вот прям мое-мое. Очень-очень стильно смотрится. Очень здорово. Не знаю, как они называются. Я смотрела онлайн, заказывала это украшение. Я так понимаю, желудь. Вот. Я такого еще не видела. На самом деле, очень-очень оригинально смотрится. И это так по-осеннему, это так стильно. В общем, я в восторге. Так, Галет. Я покупаю коллекцию Норхен. Даже уже сбилась со счета, сколько у меня комплектов есть. Они все стильные, интересные. Мне делают много комплиментов, как и вы, спрашиваете, ой, что за красивая у тебя коллекция. Часто это было там 2 года назад, я покупала 3, и оно всегда получается, вот эта коллекция, она всегда будет уникальной под все образы. Это, знаете, инвестиция в красоту. И это смотрится очень дорого, очень стильно, роскошно.
Вот, здесь только в коллекции Норхи натуральные камни. Вот, и я рекомендую вам также присмотреть себе подарок любимый к Новому году, либо кому-то подарить из этой коллекции. Но действительно роскошный подарок. Это был мой обзор заказа. Постаралась уложиться поменьше во времени, чтобы было удобнее вам посмотреть. Если вы хотите больше узнать о каких-то продуктах, полистайте видеообзоры заказов моих прошлых, и на картинках по фотографиям вы можете определить, какой продукт, о каком продукте я говорю в текущем видеообзоре. Вот. И желаю вам прекраснейшего предновогоднего шопинга «Черные пятницы», которая вот-вот у нас наступит. Эх, лежит у меня так на коленочках, не включила еще в обзор. Это новинка текущего каталога, в котором мы влюбились. Шафран и пачули. Это потрясающий запах, аромат. Мне очень-очень понравился. Я обожаю вот эту линейку Essence Go. Я всегда заказываю ее. Наверное, любимчик — это лимон, лайм, потом зелененький еще, голубой. Ой, я люблю всю эту линейку. И апельсинчик люблю. Короче, я все люблю эту линейку. Вот. Ну, а, наверное, следующий будет каталог, посвящен больше обзорам и подаркам, и вариантов подарков. Все, люблю, целую. Пока-пока.